Вот тут у тебя уже защита вся на саморезах. Разболталась вот эта вот лампа. Мы ее попробуем установить так, как надо. А то она ушла. Защита уже вся тут ляснулась на саморезах. Заказал, ждем. Да. Заказали новую защиту. Вот так все это выглядит. Сейчас снимаем бампер и будем смотреть, что там случилось с креплением подфарника. Согласно прогнозам, крепления отломились. Блин, там с той стороны гайка вот как-то понахимичил. Да, там уже гайка, все нафиг. Нифига не откручивается по-человечески. Все, старушка уже подошла к своим пределам. Но еще пыжится. На базар пора. Да. Что делать? Там должен быть саморез. Должна быть хитрая клипса. Хитрая клипса есть. У меня хитрые клипсы, я дам вот тебе. Вот это ухо оторвано. И ухи оторваны. А что, что да, это было? Он чисто большой одной шайбой прижимается. Вот. Вот это я сам отломил, вот эту вот фрнюшку. Что-то да, я полез туда. Что у нас? И тут тоже уже гайка не с той стороны. Дать бы его еще там. Все на ощупь. Да, там даже не видно. Морда туда не пролазит. Углепластик. Так,
Да. Теперь у меня тут еще одна есть проблема. Из-за этого омывателя. Пару тоже снимаю. Да, там не дает банка снять омыватель фар. Он там прикручен к кронштейну. Крепление под фарой. Они полностью отсоединятся. Да. Еще один. Так, вот теперь смотрим. Все вот это уже стряхануть. Так. А что если мы поступим проще? Так, мы здесь это прикручиваем на усилитель. А вот та желтая лампочка-то так вынулась, да? Она проворачивается и вытаскивается. Тут, видишь, этот омыватель закрепили на вот эту вот жесткость. Только так освобождать его. Thank you.
Везде пластик, да? Да. Для облегчения конструкции. Так, ну теперь мы можем даже заглянуть, что у нас там с туманкой случилось. Так, ну пока еще толком ничего не видно, но болтается здорово. Кстати, вот до вот этих болтов проще подлазить, когда снятая фара. Защиту можно не оттопыривать. Хотя в заводской инструкции по ремонту написано: отогните подкрылок, открутите две гайки изнутри. Кстати, что про... значит практика, да? Про омыватель там, кстати, ничего не написано, что он не дает снять бампер, что его откручивать надо. Что значит практика? Угловой болтик, от него ж мы никуда не денемся. Ну что, защиту менять? Вот это что там? Вся истрепалась. Да ничего там страшного, Петрович. Подумаешь, там крепление поотрывались, на саморезах держится. Тем более пластик, она там как таковой, скажем так, даже не защита, а брызговик от грязи. Брызговик, да? Защита — это когда уже железяку туда конкретно цепляют. Вот железяка? Так, где у нас тут болтик этот хитрый? Чуть. Так. Еще один забор Слушай, а вот проводка, как она тут, на твой взгляд, уже машине 15 лет не погнила? Воробушка в сушеных. Воробушка в сушеных. Вот так-то. Попались. Сушеный воробушек. Бедолага, тоже хочет на Лексусе ездить. Ну, прокатился, походу. Прокатнулся. Да. Так, ну и чего тут у нас? Блин, тут... А, вон оно выломалось. Крепление. Так. Фиксируется она, конечно, у нас интересно тут все. Так. И тут вообще, по идее, чтобы бампер снять целиком, надо снимать шланг самый ватель.
это все вытечет у нас. Поэтому нифига мы шланг отсоединять не будем. Петрушка. Так. Крепление надломленное, не хватает одного болтика на крышечке. Да, сколько я не говорил, чтобы все это тут сделали. Так, трах, ну, трах, трах. Кусочек трах. Выломан. Угу. Так, теперь это в другую сторону. Вот оно ухо, которое почему-то завернулось. Так, это у нас регулировочный болтик. Так, больше тут ничего не делает. Странно. Ты видишь, смотри, что произошло. Как вообще такое могло быть? Вот это вот она должна быть. А, там, да, в пазу да. Каком-то. Вот этот тут пластмассовый штырь должен находиться вот в этом ухе в отверстии. Вот так это должно было быть. Конструкция, конечно, блин. Для такого автомобиля могли что-нибудь получше придумать. Серкович, а? Тут долго тебе? Да. На секунду зайди, пожалуйста. Резет. Как бы люк присутствует. У меня всего три точки. Раз, два и регулировочный. Больше нету. Там у нас она тупо выскочила из уха. Конечно, дело как-нибудь бы получить бы зафиксировать как можно, конечно, засверлить отверстие, ввести сюда, скажем так, саморез. Мы что можем сделать? Мы можем сейчас здесь засверлить маленькое отверстие. Потом это дело притянуть на саморез. А вот это защитная балка? Да, это усилитель. Причем толщина там такая и алюминиевый. Усилитель бампера так называют.
собственно, это и есть сам бампер. Это лишь декоративная накладка. Раньше как бампера выглядели? На москвичах, на копейках. Вот такая железяка дуга. Теперь он просто прячется под пластик. Слушай, ну вот эта электропроводка, как ты оцениваешь ее тут? Не погнила она? Да нет еще. Но дело к тому идет? Да ну тяжело сказать. Это. Или это нормальное состояние? Да как у всех. Вот эта вот электропроводка, да? Ну опять же, тут из электропроводки, тут вот идет кабель на датчике парктроника и все. Там вон туманки отдельно. Тут он звук, который есть на бампере, это парктроник в отношении имеет только. Новые противотуманки я взял. Оригинальные. Да. Toyota. Оригинальные, новые. Видать, когда устанавливали что-то тут вот так. Лишь бы впендюрить. Так, теперь мы тут сможем подлезть. Да, как-то, блин, для такого автомобиля что-то крепление не очень серьезное это. Вот это запчасти для иномарок. Так, слушай, что если заказать бампер, припрут эти автодоктора? Интересно, машину шмели, как он залетел, что не это. Да он же там застрял между шлангами от решетки. Так и долбанулся. Пролетел, ударился, застрял. Безгинул. Да это еще ничего, блин, и вороны попадались, и мыши, и блин, котенок, блин, засушили. Ох ты. Вот так-то, опасное дело. Всяко бывает. Бампера, да, живности. Мужик как-то приезжает, зарядки нет, ремень, короче, слетел. Говорит, подъехал, заглушил там, когда там дома побыл. Выхожу, говорит, заводить. Слушай, что-то пяс под капота, что-то шварк, брызг, блин, лампочка горела. Капот открывает. Как он туда
кот залез, нервный, попал в ремень, его там зажевало. Ремень слетел. Он когда приехал, блин, я аж ремень это ставить, аж противно было. Там вот это разбрызгало все, кровь, шерсть, там кишки размотало, он их, правда, убрал, так, ну, блин, там осталось еще от кота, блин, до хрена. Но это все вот так вот там. Просто, блин. Да. Значит, если удар у нас фронтальный, то будет видно что-то на бампере. Если немножко по косой, то обычно вот здесь вот будет, потому что вот это, ты говоришь, отстучали, ну, вот да? Это, вот эту вот фигню нормально отстучать, ее не отстучишь. Mm. Вот эти вот места все, вот где ребра жесткости есть, эти складки, они получаются, их вывести фактически нереально. А если все это нормально, значит никаких ударов вперед не было. Ну либо если было, то поменяли целиком все вот эти вот железяки, ну, чисто на новое. Те, кто делает подешевле, это, конечно, рихтуются там. Ну, внутренние. Все хорошо, значит, тут вот еще лишний раз посмотрели. Машина спереду целая. Слушай, а вот ты прострелил, это, а вот это вообще там внутри все герметично или не герметично? Вот если вот прострелил, то это. Это а, они вот до сюда только, да? Ну, то есть они в фару не вошло. То есть от фара вся герметичная, никаких запотений ничего не было. Вот это чисто вот ночь. Сейчас, так как у нас все эти дырки надолбали. Бампериус. Как теперь? Как закрутить отсюда шуруп? То везде надо голову ломать, особенно на бэушных машинах. Ну да. Не очень удобно.